Хей, йо, гайз, с вами Шумки, мы продолжаем играть игру под названием Castle in the Dark. Окей, у нас есть с вами варп, это у нас телепорт, дальше у нас пасхалочка из Castlevania. Походу я правильно шел, да, по сюжету? Ничего себе, level up. Лягуха, хп плюс 60, атака плюс 5. Серьезно? Гранхилл. Не, я, короче, телепортируюсь. Гоу, посмотрим, что здесь у нас. Видите, где-то я один еще не нашел. Вот этот. Пойдемте вправо, посмотрим, что у нас там до конца. Здесь, по идее, у нас какая-то херовина. Потому что музыки нету. Может, мне нужно огоньку дать? Давайте дадим огоньку. Нет, ладно, значит, я не знаю, что нам нужно, поэтому валим отсюда. Так, это Vortex Prisma. Can bring forth the Crystal Tower. Что-то там где-то кристальный дом. Или это дом кристаллов. Гоу, короче, в Александрию. Нужно найти вот этот кристалл. Вспомнить, где что еще у нас валяется. Ладно. Но они все равно мне столько же наносят. Мы сейчас очень быстренько с вами пробежимся обратно. В лес нам нужно. Плюс у нас с вами есть ключ. Айч. Ауч. При этом у нас с вами есть ключ. Так, сохраняемся. Это у нас наверх, да? Это с часами? Не пойму. Так, здесь был рыцарь. Потом пустой сундук. И лес пошел. Ну, гоу в лес. Просто пробегаем. Потому что нас это место не интересует. Так, нас интересует теперь вот эта вот сторона. Здесь мы убили гарпию. Потом здесь был проход. О, замок, да. Тут еще дальше есть что-то.
спасибо, я теперь пойду домой. Может, это есть то, кого мы спасли? Это мы где? Скажи, Афина, я откуда знаю? Да, я иду. Зачем я иду? Это у нас... Эй, послушай. Это у нас с другой стороны. Да? Го, тогда сам замок. Это мы девку спасли. Здесь мы еще не были. Ни хрена себе ты дамажишь. А вот это будет сейчас сложно. Они какие-то жесткие. Ну, именно враги. Ай. Так, хорошо. Что я получил? Насколько она мощная? Ну, это типа с дробовика то же самое, что стрелять. Да уж. А, я понял. По меньшинству нужно делать это. А они будут как-то загораться? Ничего не вырубаюсь. Серьезно? Охренеть. Чё я делал? Чё я делал? Так, наверх мне все равно не попасть. Пойди, да. Можно возвращаться. Дочку этого мы спасли. У нас есть еще ключ. Это как раз то, чем мы займемся. Только осталось выбраться с лесом. А ну бля. Вот обратно вернуться сложновато. Немножко.
Ту-ту-ту-ту-ту. О, открывать, открывать, открывать. Сейф. А здесь вот вопрос, смогу ли я вернуться обратно? Да, смогу. Волк. Александрия. Здравствуйте. Мы идем сейчас обратно для того, чтобы найти этот. Часовую. Вот единственный то, что меня может ваншотнуть на слабых локациях. То, что может меня ваншотнуть. Что здесь у нас было? А, здесь у нас как раз этот мужик был. А, спасибо, что сохранили Софию. Так, плейстейк возьмите это. Чес. Этот сундук. Позволяет вам не скользить по этим. По льду. А, спасибо, они мне уже не нужны. Но все равно спасибо. Супер сундук. Но он его постоянно надо будет давать. Нет, цепляться не могу. Мне нужно что-то, с помощью чего я смогу плавать. Вот что мне нужно найти. Потому. Кажется, здесь, да? Где-то здесь недалеко должен быть. Да, вот это место. Враг, которого мы встречаем один раз. Тоже типа сундук, но я запрыгнуть выше не могу. Все это место. Найс. У нас теперь есть ключ. Иди. Это время, которое сейчас. А, я удивился. А, нет, я, знаете, на самом деле удивился, думал. Вау. Все ради брони. Ну,
Но у меня ничего не может сделать теперь. Типа сразился с боссом. А, типа, знаете, сова в кукушке. Типа, на этот намек. А теперь, типа, при нахуй заново наверх. Чувствуется, что да. Значит, я тупой просто. Вот это медузки, это... Ну, короче, тут некоторые враги просто немного изменились, как в Кастельвании. А как вы заебали? Я запрыгнуть не могу из-за вас. Да. Заново туда идти. Не, может это типа хороший дроп, но хотя тут враг такой. О, а на этот раз он помощнее мне нанес. Не, я походу просто все атаки тебя словил. Вот эти при... И все. И сова снова отлетает. Не, давайте, наверное, тогда сбегаю, сохранюсь. А потом мы с вами снова попытаемся вернуться обратно. А, хотя, зачем мне? На самом деле, я не знаю, что мне дальше делать. Да, для чего? У нас с вами 1000 монеток. Нет, не могу я вернуться обратно. Давайте, короче, остановлю, куда-то придем. Короче, я сумел. Сумел я, конечно, того ко мне залезть. О, пробежимся, посмотрим, что здесь, да и как. А я не помню, а что нас тогда тут убило? Хорошо, что я сохранился. Хорошо, что я сохранился. Блять, я забыл про эту херь. Я забыл про эту херь.
Пошел в сраку. Вверх мне не залезть, потому что у меня нету двойного прыжка, либо типа того. Люблю шипы. Люблю шипы. Не знаю, где еще может быть телепорт? Так, мы вернулись в самое начало. И здесь, в принципе, ничего. Да, окей. Короче, я тут еще нашел стенку. Нихера себе. А, и все. Ну, походу, да, и все. Короче, я тут еще одну вещь только что сейчас узнал, смотрите. Это я чисто решил попробовать, типа, они же меня бывали били, да, и я при этом поднимался немного. Вот. А теперь вопрос, как мне выше подняться. Поэтому тут проблема. Ну, короче, я решил дальше продолжать эту местность, поэтому побежали. Гранфилл. Ой-ой. А, так она довольно... Стой. Ах ты, бля, я понял. Мне сейчас заново... Надо бежать туда. Черт. Где портал? Я, если что, там сохранился, если вдруг сдохну, поэтому... Поэтому... Откуда я мог знать, что на него прыгать нельзя? Да нет, это на самом деле сложно очень игра. Хер пойми даже, как ее проходить. Мне нужно как-то найти того ангела. Шел в сраку. Чего? Давайте, короче, по магии возьмем. Вот эту шавер. Подожди, а у меня же этот есть. Давай, сколько там брони? 2. Ясно. Ясно. Все понятно. Ебнуться можно. Как-то ебнуться можно. А...
монетки, все равно я вас больше уже никогда не увижу. Не хочу знать, что будет, поэтому нафиг надо. А они хотя бы через блок и так не пролетают. Знал. Надо ж меня ваншотнуть могло. Не, ну нахер. Какого черта ты повернулся? Это так опасно. Хорошо. Добро. Добро. Иди со своей палкой, знаешь куда? Далеко. Вау. Окей. Я не против. О! Тихо-тихо-тихо, сейф-сейф. Сейф-сейф-сейф. Нужно снизу идти. Тут только шар. Тут только шарик. Только так. Хорошо. Так, ну блин, здесь мне нужен только двойной прыжок в основном.
Хер тебе. А, подожди, а я его так не дамажу. Понятненько. Так что сюда лото. Нафиг. Сейф. Ух. Сейф. А, я понял. Это... Я сюда уже не выбраться. Я такой сначала эти две. Ай-яй. А, нет, достает, нихера себе. Вот рай. Утрай. Глупое растение. Нужно чертовое расти. Да. Ау. А можно, знаете, что еще попробовать? Цель ледяную все-таки. Так, magic. Magic и... бумеранг. Давай попробуем.
Ясно. Ну, типа, босс сложный? Нет. А, мне легче так просто прыгать, атаковать. А вот теперь можно и заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.